В выставочном зале областного художественного музея открылась выставка с интригующим названием «Игра для взрослых». В экспозиции представлена авторская и коллекционная кукла. Огромный интерес к кукле выделил ее в самостоятельное направление декоративно-прикладного искусства, с которым теперь могут познакомиться и кировчане. К художественной кукле обращаться очень сложно. Это кропотливое и дорогое занятие. Куклы делают не за месяц и не за два. Работа продолжается год, а иногда и несколько лет. Эти куклы сделаны из редких материалов. Они раскрывают внутренний мир художника и тонко изображают человеческие эмоции. В Кировской области 14 мастеров, которые занимаются этим редким видом искусства. Художники из Кирова, Слободского, Кирово-Чепецка, Белой Холуницы и Москвы представили свои работы зрителям. Наталья Новосвитная по образованию художник-модельер, но в творчестве ее привлекает кукла. Ее работы – участники многих столичных выставок. Были и за рубежом. Там игрушку Натальи называют очень русской. В работе художнику помогает сын Иннокентий. Молодой человек очень рад такому увлечению мамы. А для мамы он самый строгий критик. В своем творчестве я вдохновляюсь мультфильмами, графика 50-х годов. Мне очень нравится. Все мы их помним прекрасно. Дети пересматривают. Там такая любовь к деталям, хороший колорит. Вот это я стараюсь передать, вот, в частности, в ватных игрушках, которые стала делать недавно. Они сделаны в той старинной технике. Вы помните, наверное, все этих Дедов Морозов ватных. Вот я это продолжила немножко, конечно, сделала более современным. Вот они там висят на елочке. Рядом игрушка слободских мастеров, очень яркая и эмоциональная. Экспозиция насчитывает более 50 кукол, выполненных в самой разной технике. Игрушка выставлена на фоне батика, она гармонирует с росписью по ткани. Здесь же коллекционная кукла и уникальное европейское шитье 18-19 веков из частных коллекций. И это еще не все. Еще интересная кукла, которая не могла обойти, это, конечно, кукла театральная. И вот этой профессии театральные куклы обучают в одном единственном институте. Это Санкт-Петербургская театральная академия. Эту академию закончила Анна Кривошеина. Она сейчас художник, куклодел в нашем Вятском кукольном театре. Она представляет здесь куклу различную, но это кукла из ее мастерской. В спектаклях они не участвуют. Это как бы ее рабочие куклы, на которых она отрабатывает движение, пластику и так далее. На выставке представлен широкий диапазон тем, сюжетов, цветовых и композиционных решений. Несмотря на название «Игры для взрослых», экспозиция вызовет огромный интерес и у юных кировчан. Анастасия Войнолович, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.